А, он хватит. Ай, ну блин, еще в чуть-чуть. Своего убили. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Гусанек, Угабуга, Заварной Кофе, Фриз, Фуфло, Маквейт. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Привет. Всем салам. Всем махаё, здравствуйте. Всем привет, здравствуйте. Сегодня мы будем записывать крутецкую рубрику с хэдкрабом на самой классной карте, которая мне очень нравится по мультику Gravity Falls. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня хэдкрабы, выживание и угар. Погнали. Так, пацаны, я буду сегодня очень аккуратно играть и постараюсь сделать все очень-очень красиво. Давай. Так, для того, чтобы мне было хорошо вас убивать, мне надо зайти в здание. Буду вас в здании, пацаны, ждать. Давай, мы все. Давай. Удачи. А, ё-моё, испугался. Да блин, у меня выстрелы громко сделаны. Чуть... Нет, не обосрал. Ну ладно, обосрал. Вот это я отлетел. Да стой, это псих. Да псих ты. А, да что меня ставит на этом месте? А, разрешил на свою голову брать пулеметы. Так, сейчас. Охота открыта, будем ждать. Сейчас жертва какая-то зовет, я сразу напрыгну. Мы ждем с Пафидом, он тоже тебя, давай. Давай, давай, иду, иду. Да блин, могу провести за ручку. Да лапку. А, тихо, тихо, ну мужики, ну стойте, ну я ж добрый наполовину. А! Тима, тебя провести за... Да елки, вот а что за оружие мощное? Это обычное оружие. Да я поддаюсь. Да что спаун? Да вы да спаун, ну не ставь мне тут. О, в траве, кстати, не сильно, да, мне хорошо видно? Ну да, тебя плохо видно. Эх! Да вы чё? Ну ничего. Ай-яй-яй, еще чуть-чуть бы и напрыгнул. Еще бы чуть... Так, я буду улетать немножко в другую сторону, это чтобы вы меня сразу не убивали. Я знаю, где он. Ой. Наверх. Дима, второй этаж. Я иду, не переживай. Так, вообще, где я появился? Это еще секретная комната? Где? Где? Тут секретная комната есть, которую я никогда не видел, в ней нет дверей даже. Представляете? О, отлично, отлично. На записи увидим. Да-да-да-да, кстати, я вообще первый раз, за сколько раз мы записываем эту карту, я ее не видел. А ты где, Димка? Я иду, я иду. Он зашкирился где-то. Дайте хоть кого-то убить. Ну не поддавайтесь, дайте просто. Нет, мы, Дима, мы не такой, как ты, мы не подаем. Слышите меня, слушайте? Нет. Слышу. Ты дятел? Димка. Да, я дятел, твой родственник. Ой, слушай. Где? Ай-яй-яй, да я по ступенькам плохо хожу, реально. Ноги подкашивают, вообще что? Ну да. А, еще бы чуть-чуть бы напрыгнул. Так, я понял, карта, где это, большое пространство, очень тяжело играть. Вы сразу меня нагибаете. А, да хорош, господи, да как я с вами играть? Это мой дом. Это наш дом, ты его не захватишь. Сейчас я сделаю, ребята, по-хитрому. Я буду очень по-хитрому делать. Чувствую, у меня это не сильно хорошо получается, но я буду стараться. Слушайте, где я? Я услышал, он где-то в доме. Хватит, он со мной гуляет. Да-да-да-да-да, есть такое, угадали, пацаны. Сейчас, 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 ребята, я подловлю, я по-любому подловлю. Когда нас уже будет двое, это будет намного проще мне. Так-так-так, Дима, где? А! Я вижу. Да блин, в воздухе убил! Да блин, этот спаун вонючий. Так, давайте я поставлю разные... Нет, я лучше буду пролетать, потому что вы будете возле спауна все равно чекать меня. Да. Так что это плохой вариант. Походу в этой серии это профессиональный убивальщик Димы, это Угабуга. А он же читер. У него оружие сильное. Дима, я в ванной жду тебя, давай. Так, если будете меня хорошо мочить, я тогда ограничу вам оружие. Мне спинку почеши. Давайте только с пистолетами, но я никогда не смогу вселиться. Давай.
Давайте хотя бы с пистолетами. А когда уже будет много этих хедкрабов, тогда уже можно будет брать разное оружие. Потому что, ну честно, ну 7 человек против одного несчастного вонючего хедкраба. У которого жизни 30 хп всего. 40. Да вроде 30. 40. Нет, 40. А, 40. Ну я, видишь, проверял. Это вы же с пистолетов так играете? Да. Стоять! Что говорит Дима? Стоять! Да блин, ну стоять! Стой! А, ну, кстати, уже легче, немножко стало полегче с пестиками, когда вы... Кстати, с очень... А чё ж? Ну как играть с вами? Дима, я говорю, приходи ко мне в ванную комнату. Он идёт! Эй, да блин, растерзали! Ещё и труп мой пинают! Ой, тише. Дима, мы все... А в окно нельзя. А в окно нельзя. Да блин, ну что вы делаете со мной? Ай! Подождите, а есть другие хедкрабы у меня? Ну стойте, стойте, я проверю. Они все медленные. Они все, да, медленные? Это самый быстрый. Ай! Одного задамажил, это хороший знак. Надо его дальше дамажить. Ай, так вы ж не даете. Да мы хорошие, Дима. Улетел. Так потому что с вами невозможно по-нормальому играть. Вот он. А хороший, ну, профит, кредит, хотел сказать. Кредит, да, кредит. Да ну ёлки мотатулки. Дима, мы у тебя всё научили. Где? Ай, fucking shit, ну как? Я убью. Бедный Дима. Я смогу убить. Да конечно, давай, ну да конечно. Эй, ну хоть кого-то дайте убить. В итоге будем перезаписывать 15 раз. Нет, с одного дубля никогда не перезаписываю. Давайте кого-то задамажим, так поможем. Не надо, пацаны, я должен сам. Ну ладно. Я все сам должен сделать. Ты не сам. Ой. Ты зачем в зомби превратился? Стоять! Ну, да, ну ладно, я просто проверил, видите, не получается. Нет, давайте будем в доме, то на улице и легко убивать Диму. Да, давай. Ну давайте, я согласен, давайте в дом. Ну, кстати, в тот раз так и записывали, вы в доме были всегда. Мы на улице, он светлый, его легко убить. Да, вы меня мочите неплохо так. Идемте все, прям все на второй этаж. А где он? А я по ступенькам не смогу зайти. Он на первом. Эй, мы пистолеты договаривались, какой пулемет, ты чё? Не пулемет, а пистолет-пулемет. О, смотри, как ему тяжело попасть по мне уже не может. Где он, я не понимаю? Я иду в дом, пацаны, я иду. Это пистолет был такой? Долго ты идешь, Дима? Ну, это пистолет был. Это чешка, да, это ЦЗ. Это из КС. Короче, все. Да я поддавался на самом деле все это время. Ну да, ты всегда поддаешь. А дверь откройте. Так, а чё один на улице бегает? Мы же договорились, что вы будете в помещении. Мы в помещении. По крайней мере, мы. Нет, один бегал Бенди и мочил меня. Это было на кофе. Давай, заходи. Пускай Димку. А я, поверьте, я сейчас убью вас. Вы не переживайте, я уже... Сейчас я смогу. Да не переживай. Может тебе спаун поставить? Не надо. Я не переживал никогда за тебя. Я только болею за тебя, что ты убил. Мы тебя в карту не пустим тогда. Да вы задрали, вы чекаете все проходы. Плати 10 тысяч. Давай, привет. Сейчас Дима как из камина вылезет, как Дед Мороз. Он во мне, вроде. Он во мне. А ну, убей меня. В смысле, в тебе. Это ж не чужой. Дима, где ты? Убей меня. Я помогу тебе. Не надо. Мы на улице гуляем. За грибами пошли, Дима, мы за грибами пошли. Мы идем. А, он... Ай, ну блин, еще в чуть-чуть. Своего убили. Да ну блин, вы что, психи? Да, мы психи. Ты не знал. Блин, ребята, взял наигранных на свою голову. А, ну все, согласен, давай. Ой-ой-ой. Ой. Так, нас уже двое. Давай. Оба-на, сейчас будет весело.
Короче, ребята, знаете, что я понял? Что когда карта очень большая, тяжело играть. А вот на карте Балди сюда легко было играть. Ой-ой-ой-ой. Так, уже это два хэдкраба. Все-таки будет, наверное, потяже... Ну да. А кто вообще со мной? Фуфло играет, да? Да. А смотрите, что делает. Что-то прогресс никак не улучшился. Дима, ты где? Сзади обходит. Ай, блин, увидел меня. Я сейчас звуки, да, лапами издаю. Да, я тебя слышу. Да, тебя слышно. Думал, ты не слышали? Да у нас лучше такие, что мы услышим. Ай, блин, на подушку лег. Ха-ха-ха, это жесть. Блин, пацаны, с вами жестко играть, я вам серьезно говорю. Ну, мне такая серия нравится, знаете, вот, ну, круто, когда тяжело прям, потому что обычно хэдкраб жестко мочит. Расстреливает нас, как щенков. Ну, да. Блин, тут уже не вариант. Тут 4 человека проходят. Ай. Ой, Димка. Убил! Еще бы чуть-чуть бы и попал, представляете? Я гусанёк убил. Под горячую руку попадаешь. У него руки горячие, осторожно. Вообще, надо еще говорить. Так, сейчас. Давай, Дима. Соберись. Почему я застрял? Он взял этого. Я чужого взял, я разозлился, пацаны. Кофе, умирай, он в тебе. Ай-яй-яй, еще б чуть-чуть. Ладно, я подался тоже. А вот чужого уже, ребята, им тяжело будет убить. Чужой настолько быстрый, смотрите, опа! Опа, а это наш. Я в хэдкрабе сижу, представляете? Это незаконно, хорошо, давайте. Не надо сидеть во мне. Я вообще не знаю, что так можно делать здесь. Иди сюда, около буга. Я ухожу отсюда, тут все плохо. Да, ну гофом. Отлично, я сожрал. Ну что? Ой, чужих ем, извините. Все, теперь я беру хэдкраба. Теперь уже сколько? 4 хэдкраба или 3? 3. Так, давайте еще одного я заражу и уже будем хэдкрабами играть. Я пришел на помощь просто. Я так понял, что хэдкрабы настолько немощные и слабые. А где все пацаны? Я их не вижу. Я на втором этаже. А, вы на втором этаже? Нет. Мы уже... Ой! Идем. Слышу. Опа, грызанули кого-то, наверное, друг друга фигачите. Вот это скорость! Он нас место такое в жизни не найдет. Дима, все, я убил жирного кота. Так. Так, гусанек, остался ты у нас. Еще Убабуга есть. Убабуга есть. Убабуба. Еще я. Ага. Все, я спрятался. А ты заныкался? Я в магазине сувениров, давай, найди меня. Так ты специально так говоришь, чтобы я тебя не нашел, потому что ты не там. Нет, я реально там. Вот меня уже этот. Ой, я слышу, он реально там. Меня Маквейт нашел. И Фуфлик, и Профит. Так, я попробую зайти сюда, может тут кто-то сидит. Куда? Так, здесь никого нету. Было бы хорошо. А Дима, найди нас, мы зашкелились, очень хорошо. Да? Так вы что? Боитесь нас уже, да? То уже не герои вы, как раньше были. Давай я выйду, я не могу, уже буду гигой. А может вы тут? Все, все, я умер. Нас двое осталось. Или сколько еще? Двое, да? Да, я и Угабу. А где вы? Не скажешь. Уже не тут шкафы сидят, не? Не-не-не, надо. Наверное, знаю, где они. А где? Ой, я думаю, что в комнате какой-то. Я уже прошел там все комнаты, где могут они быть, их там нету. Может, на первом этаже нет? Я знаю, где они. Где? Скорее всего, тут есть кухня, вот, и там есть секретный проход через холодильник. Не, они там нету их там. Я проверю. Может, тут где-то? Нет, тут нету них. Так, ребята, надо их найти. Может, они за деревьями где-то сидят? Нет. Не, мы договорились вроде в доме только. Ну, сейчас нас много. Ну да. Так много. Так что можно везде бегать. Конечно. Их это не спасет. Я сейчас все равно пропрыгаю. Давай, я слышу, как там прыгаю. Уже не в яму сюда прыгнули? Нет. Мы сразу говорим, что мы не в яме. Но вы в доме. Ого, а где я?
Там, да, я сам офигел, когда вы... Ого, и вот это я в яму провалился жестко. Лечу наверх. Прям ничего не видно вообще. Все вылетел. Может, они вот тут в кустах? А, туда нельзя. Нет, мы не на улице. Хорошо, а вы не на улице? Да. Так, ребята, мы сейчас будем их искать. Чтобы по-быстрому это было, сейчас мы их найдем. Может, спустя три часа. Ну, где вы находитесь? Не-не-не, мы их... Да не переживай. Три часа нет. Часа два с половиной. Сейчас найдем. Чтобы мы их не нашли, нас же среди какого-то толпучка. Где-то шкерятся же. Тут нет. Я даже летаю на В специально, чтобы их быстро найти. Но когда буду убивать, то я не буду на В летать. Я так, чтобы быстрее, потому что медленно перемещаются очень. Так, ну реально хорошо заныкались. Давайте, если мы их за 3 минуты не находим, то они будут победителями этого ролика, согласны? Давай, не завалите с лишних звуков и ничего не делай. Не дыши, да. Ну подсказку дайте хоть, первый или второй этаж? Первый. А может они вообще там, где белый мир тут находится? Тут же два мира. Кстати. Да, пацаны, вы там, где мир другой? Молчание, знак согласия. Ага, я знаю, где это, я лечу туда. Какой мир? Вот я уже возле него. Да подожди, подожди, может они вот тут где-то? Все, прыгнул. Саня. Это который на втором этаже? Я нашел, я нашел! Где он был? Вот еще один, стоять! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте возьмем опять маленького. А там где портал, они в портале. Стоять! О, блин, он убился, это не считается, он живой еще, пацаны. Вот он, вот он! Бонька, Бонька, Бонька бегает! Так, давайте возьмем хэдкраба, чтобы было по-честному, я беру хэдкраба, пацаны. Half-Life. Вот хэдкраб. Все, ты можешь любое оружие использовать. Подожди, дай тебя уже выйти. А вот он бегает. Быстро бегает. Ну нечто, не, мы его убьем. Надо опередить события, просто на опережение побежать. Видите, он вокруг дома бегает, значит, что надо сделать? Пойти наперед. Ого, он оружие достал мощное, пацаны. Ой. Ой, оба на своих убивай. Ничего, это случайно, это случайно получилось. Да, я прыгал не случайно. Так, с Данилом по-любому не зайдет, потому что он там сольется сразу. Ему только надо на опережение бежать. Так, ой, сейчас я его буду ждать. Убили его, не? Нет. Ждем, ждем, давайте в кустах его сидеть ждать. Сейчас он придет к нам сам. Вот он бежит, давай, вот он, смотри. Эх, стоять! Еще чуть-чуть, блин. У меня тоже чуть-чуть. Она убить должны же, да? Все, давайте отчитываем 2 минуты отчитываем. Если он 2 минуты выживает, он победитель. Он читерское оружие взял. Ну, давай хотя бы без меча, но меч реально это прям жестко будет. Давай хоть стрельно, огнестрельно. Он поджигает. Он поджег тут все. А если он умрет сам, значит тоже будет считаться, что проиграл. А что тут чувак стоит и не играет за этого? Уга-буга не берет хэдкраба. Надо помощь, каждый хэдкраб важен сейчас. Предал вроде. Ай, зараза, в огонь чуть не прыгнул. Поджег карту. Стоять. Блин, ну мы его, пацаны, что-то не можем убить. Давайте просто ждать, пока он сам к нам прискачет. Так, я буду его сейчас ждать. Ждем, ждем, сейчас он будет... вот он бежит. Так, вижу. В лес вижу. Пошел за грибами. Вижу. Да давайте грибов. Давай. Так, я его тут буду ждать. Вы мне ни одного насать не сидите. Ну блин, зараза, ну я не могу его догнать. Слишком наигранно. Еще 2 минуты, он выиграл. Урон нанес, молодец. Ждем его еще раз тут. Толпой надо напрыгнуть. Да, только тогда он не сможет ничего нам сделать. Все, он теперь кружится. Ай! Вот он бежит. Да блин, ай, блин, еще в чуть-чуть бы и попал. Ну не могу попасть. Ну давайте. Блин, мне надо бежать и оружие выбирать. Да, смотри, ребята, поможем. Ах ты, зараза, еще минута, пацаны, он выиграл, еще минута. Пожалуйста, я хочу выиграть. Ох, промахнулся, еще б чуть-чуть бы и убил его. Сколько у него жизни? У меня жизни не так... Ох, да как я промахиваюсь? У него 20 хп, у него 20 хп. Давайте. Я боюсь, Дима. Входите. Ай. Ой, я не хотел. О, Дима. Я не хотел. Сколько еще времени? Полминуты, и он выиграл. Да я ж попал.
Да ну ё-моё! Да ну ё-моё, я так хочу попасть, блин, ну не можем! И всё, Сюнчей, он практически победитель, пацаны! Ну все, он выиграл, пацаны. Он победил. All TV, все, ты победитель в этом ролике. Ты лучший игрок в этой серии. Красавчик, молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, где взрыв? Все, забираю свои слова назад. Взрыв есть.